Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Со мной Виктория. Продолжаем наш бесконечный сериал «Клиника Доктор Хаус». Итак, дистанционное проектирование – это Беларусь, да, город Столин. У них непростой участок, там лэпы проходят. Что, лэп? Лэп, да, линия электропередач, которые съедают, собственно, получаться. Вот он такой вытянутый участок. И вот так. Вот это вот все. То есть вот здесь вот проходит лэпа, и вот это вот все у нас. Полоса отчуждения, да. Получается. То есть, да? Мы буквально вообще вот... Ну, маленький участок, потребности большие. У них большая семья, у них сейчас трое детей, и они, я так понимаю... Пока трое. Пока трое, да. То есть они готовы к расширению семьи. Да. Вот. Ну, по крайней мере, да. Пока мы с ним это хорошо. Они продумывали, да, что может быть, если... будут еще дети, где их разместить, там как их там в спальнях в этих всех. Вот, поэтому... На два этажа мы не смогли их... Они против были двух этажей, все-таки... То есть это все-таки было бы вот так вот? Конечно, да. То есть он участок был бы в два раза... Нет, ну участок был бы в два раза больше, а так вот... Есть такое дело, да. Ну, говорили, в общем, в итоге решили, что все-таки один этаж детям сейчас 5-3 год, если не ошибаюсь, мало-мало-меньше. И мысль о том, как они будут там лазить на эту лестницу, потом с этой лестницы они будут катиться, и надо вот это вот все время стоять на стреме или все время чем-то там, загораживать, придумывать. Сейчас есть, конечно, загородки. Решили, что нужен одноэтажный дом. И исходя из этого, мы вот как могли, мы вот в эти вот ограничения вписывались. А крышу ты сделала? Крышу двускатная. Пологая? Ну да, достаточно. То есть там... Нет, ну там не совсем так. Нет. Можно было бы сделать все-таки на перспективу. Нет, боюсь, что нет. Ну ладно, маловато. Хорошо. Это особенности семьи. Там мелкие дети, чтобы они не скатывались с лестницы. Как я говорила, что сейчас детей трое, да? В общем, основная была идея какая? Сделать детскую зону, сделать взрослую зону и сделать место, куда, ну, притяжение, куда все будут вместе собираться. Поэтому у нас, в общем-то, вот центральная часть, да, которая там кухня, гостиная, столовая. Здесь у нас детская зона, да, то есть тут вот... Раньше это было три спальни детские. Потом в процессе проектирования мы решили, что все-таки мы пока сделаем вот так вот. Ну, то есть комнат на двоих детей, пока не маленькие. То есть там мальчик-мальчик, девочка-девочка. Хотя у них... Ну, пока трое. Но я так понимаю, что они всерьез задумываются. Вот. Поэтому одна комната освободилась, решили сделать для детей такой вот, ну, как мини-кинотеатр, скажем так. Они мультики смотрели. Мультики смотрели, да. Она говорит, кроме них, на самом деле, никто этот телевизор и не Чебурашку. Смотрит. А здесь общая зона, это игровая. Игровая, ну, прекрасно. Побегать, попрыгать, при этом с возможностью, тоже это было важно, с возможностью выйти на террасу и, то есть, там, продолжать развиться на свежем воздухе. Санузел в их крыле. Так, общая зона, как я вам сказала, здесь кухня, столовая, гостиная. Здесь, ну, это как кладовая и грязная кухня. То есть, чтобы ничего некрасивого на кухне не лежало. Ну, да, или когда там 5 часов варится холодец. Я не знаю, какой холодец, но когда у тебя трое детей, мало-мало меньше, мне кажется, ты вообще предку успеваешь. Ну, то есть, чтобы все вот это вот некрасивое можно было отнести сюда, загрузить и там вот, там, посудомойку. Вот. Все это не портило фасад, так скажем. А здесь взрослая зона, да, то есть мастер-спальня со своим гардеробом, со своим санузлом. Напротив кабинет для работы, который тоже, ну, допустим, там, если дети маленькие, да, там приболели, еще что-то, иметь возможность ребенка там здесь. Изолировать, и, изолировать вот так, да. Ну, с одной стороны от других, с другой стороны поближе к себе под бок. Вот. Постирочная, там, санузел, да, при входе. Здесь мы вошли, у нас гардероб отдельный, топочная, прихожая. Думали, чтобы входить вот так вот. Мы вот как раз с вами это обсуждали, когда говорили только про этот участок. Чтобы вот сократить вот этот коридор. Но когда покрутили, получилось, что мы вот здесь вошли, мы тут оказались. И тут вошли, мы тоже тут оказались. И то есть, ну, как бы ничего мы не выигрываем. Все нормально, ты сделала. Здесь можно кататься на велосипеде туда-обратно.
Я ее брать. Я предложил играть в боулинг. В боулинг. Там, все, кидать это. Просто прямо отсюда и... Да. Вот сюда. Все нормально. Кататься... Нет, ну, дом объективно вытянутый, да. То есть с этим сложно поспать. Ну, но мы постараемся... это неизбежно, потому что, ну, во-первых, этот коридор, он прерывается. Здесь да, свет, здесь на свет, здесь тоже, в принципе, сделать, если остекленные вот эти двери, конечно, то да. Тоже будет свет, это не будет темное, унылое пространство. Да. А наоборот, веселые, там, трехколесный велосипед или я там, думаю, да, примерно, самокаты, будут, и все, они будут гонять, да. Мелкие вот эти. Шу-шу-шу. Да, мне кажется, так оно будет. Ну, слушай, мне очень, очень нравится эта схема, вот, все хорошо. Ну, да, вот велосипед. И погнали. И погнали, да. Если на улице дождь, снег. Даже можно было бы там, были бы деньги сделать еще. Стеклянный этот, парад? Да, над коридором. Вот тут вот, да. Вот это, да, по центру. Это убрать ее. Ну да, ну кстати, да. Угу. Ну тут особо не дожил и кирпич, да? Да, кирпич тоже, это было общем, их пожелание. Пожелание, да, она говорит, у нас вообще в столе как-то вот принято... Там не завод, просто есть свой завод, и все, да, да. И, в общем, все строят из этого кирпича. И мы тоже будем строить из этого кирпича. Вот я смотрю, хорошо, тут ввела еще этот дерево. Переплеты очень удачные. Господи, какая ты молодец. Все. Все, вот это вот. Не такая у него эта тоска, да? Ну, серьезно, да, это уже не русская и не белорусская тоска, а все-таки... Хорошо. Это получается в контексте города сам или там где-то ряд или. Я так поняла, что это прям вот да, то есть это, какая-то часть, где есть малоэтажная застройка. Ну, это вообще классно, да. Городе, да. Игровое пространство прекрасное. Тоже можно остеклить. Летняя посадка, можно вытащить стол. Стол не подвинется, да. Мы чуть подальше отодвинем, да. Чтобы он все-таки был под крышей. Угу. Почему не продолжали крышу как раз? Ну, тумач уже, да, уже тумач было бы. Здесь вот хорошо, здесь вот, в принципе, рядом, кухня рядом, все это. До встречи, дорогие друзья. Всем пока.